Инновации у Дени – одни из лепших молодых конструкторов робототехники живут у Мядзели. Вучні мясцовой гимназии интерната перемогли на республиканском конкурсе по моделированию разумных машин. Робот-пылесос, який распрацавали хлопчики, полностью придатны до выкористання. Он мог бы стать выдатным допоможцем для любой господини. Усяго за годину такий аппарат может прибрать всю кватеру. Он работает, он правда собирает пыль. Было бы очень интересно сделать такого большого робота, который, ну, имел много возможностей помогать по уборке дома. Нам надо было, в принципе, найти что-то актуальное, интересное. Не просто модель какую-то, которая бы моделировала, а именно действующий робот, который бы выполнял те функции, которые на него возложены. Сложно было найти программу саму. Пришлось как бы ее составлять по кусочкам. Молодые конструкторы не собираются спиняться на досягнутым и начали працавать над новым аппаратом. Это робот-погрузчик, который самостоятельно может перевозить предметы на разную отлеглость. А в будущем вынаходники марят сделать аналог соправного космического корабля. Робот-погрузчик, он должен подъехать к месту взятия товара, взять товар и отнести одному из двух заказчиков. Он работает в автономном режиме. Только в начале, перед погрузкой, ему надо показать карточку, зеленую или красную.